Январь в тот год был дьявольски холодный. Метель сбивала с ног, стоял мороз. А он бежал, потрепанный, голодный, не знавший ласки, добрый рыжий пес. Вокруг шумела снежная столица, спешили люди в свой уютный дом. А он с надеждой вглядывался в лица и из последних сил вилял хвостом. Один мальчишка, отойдя от папы, со смехом пнул беднягу в левый бок. От холода весь день болели лапы, но сдаться храбрый пес никак не мог. И в тот момент, когда бродила рядом злодейка смерть, борясь с его душой, седой мужчина с лучезарным взглядом коснулся тощей мордочки рукой. Он поднял пса с заснеженной тропинки и теплым шарфом обмотал бока. Затем, смахнув замерзших лап снежинки, отнес его в квартиру на руках. Едва дыша, забыв о боли в лапах, пес чувствовал заботу первый раз, пытаясь навсегда запомнить запах мужчины, что от смерти его спас. За окнами свирепствовала вьюга, а пес в тепле дремал в ночной тиши. Так вышло, что в тот день нашли друг друга две родственные чистые души. Чтоб в этой жизни кем-то быть любимым, и черной не казалась полоса, однажды просто не пройдите мимо бездомного, потрепанного пса.